руку. У вас не было намерения, что я ее сейчас подниму и вот там вот прямо напрячься манипурой, вот, или аджной, то есть не было такого. Вы такие типа, ну сейчас посмотрим, подымется она или не подымется. Я вам сказал, что, ну, как бы, если вы этого не сделаете, она не подымется. Это не я вам внушаю, это вот вы должны сделать. Давайте еще раз. Моя правая рука согнется в локте на счет 20. Моя правая рука согнется в локте на счет 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Уже лучше, но нужно сильнее. Давайте сначала. Сначала. Оно с каждым разом будет получаться все лучше. Сейчас, как же там эта формула? Моя рука согнется в локте на счет 20. Сейчас моя рука согнется в локте на счет 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Еще раз. Моя правая рука согнется в локте на счет 20. Моя правая рука согнется в локте на счет 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Хорошо, перерывчик. Вы делаете правильно, но получается слабо. Нужно сильнее, сильнее концентрироваться. Попробуйте. Ну, в этом, ну не в этом смысл упражнения. Не, ну понятно, там, если вы делаете правильно, вы должны почувствовать, как будто рука поднимается за ниточку, как будто есть ниточка, которая ее тянет. Вот, люди, которые, ну, это не знают, это ощущение. Попробуйте еще раз согнуть, разогнуть, почувствовать, какие мышцы участвуют в этом. И вам нужно сократить мышцу силой мысли. То есть, если вы не делаете достаточное усилие, она не сократится. Вот, я вам дополнительную мотивацию дам, я в прошлый раз говорил. Это супер-пупер секретная техника, которая вот если вы ее умеете делать, вы можете делать там все медитации, все чистки, половину любой там магии эзотерики, потому что любое там «откройте сердце» или там «давайте мы там запустим поток энергии сверху вниз» или еще что-нибудь, оно делается тем же самым механизмом. И если вы не воображаете, а запускаете идеомоторные акты, то ваше тело это выполнит, и вы сможете запускать и энергии запускать, и поле там увеличивать, расширять, и открывать там каналы в ступнях. То есть это все делается определенным механизмом, ну, вашим организмом, вашим мозгом. Вам сейчас нужно запустить механизм, который сокращает мышцы, чтобы он мышцу сократил за вас. И вы прямо почувствуете, что вы как будто усилия не прилагаете, она сама поднимается. Вот. Настройтесь серьезнее. На самом деле, даже если у вас не получится этот, не страшно, потому что мы еще вот раз пять сделаем, и потом будет сюрприз. Даже если у вас не получилось. Так что продолжайте. А вот спрашивают, а дома можно самостоятельно такое упражнение? Да, можно. Можно дрессировать? Можно, можно. Можно, да, себя так? Да. Тренировать. Спасибо. Моя правая рука согнется в локте на счет 20. Ну, моя правая рука согнется в локте на счет 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Хорошо, еще раз. Моя правая рука согнется в локте на счет 20. Моя правая рука согнется в локте на счет 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20. Последний раз сделаем, и все. Моя правая рука согнется в локте на счет 20. Моя правая рука согнется в локте на счет 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Закончили. А теперь давайте посмотрим, как у вас правая и левая рука ощущается. Разница между правой и левой рукой. Тяжелая. Но она должна быть у одних легче, у других тяжелее. Сейчас объясню. Еще. Там не только тяжесть и легкость. Попробуйте провести, вот почувствовать одну руку, почувствовать вторую. Пушистая, мягкая. Да, есть. Еще что? А? Искрится, ну, в принципе, а, это покалывание? Вибрация, вибрация. Покалывание тоже есть. Вибрация. Покалывание нормально. Я сейчас объясню, просто тут важный момент, чтобы не было плацебо, я вам не рассказываю, что должно быть. Вы сами рассказываете, что у вас было, а я потом объясняю, что произошло. А то так получается, что я вам сказал, вы уже знаете, что ожидать, и сами себе включили. То есть для того, чтобы не было такого, что это я вам внушил, что вы должны чувствовать, я вам не сказал, что вы должны чувствовать. Ну вот, вы когда внимание направляли на правую руку, у вас не только мышцы сокращались, у вас еще энергетика накачивалась. Сейчас у вас правая рука, она, ну вот вы можете посмотреть на свет, то, что я вам говорил, ну вот, посмотреть, есть ли дымка. То есть если не было, то вы дымку можете увидеть. И вы можете сравнить правую и левую руку, у правой руки дымка в два раза больше. То есть она должна четко отличаться по разнице. Что, страшно? Вот это тот самый эфирный план, это вы накачали только руку. Мы сейчас будем качаться дальше. Вот, значит, по ощущениям. Если негатива нету, ощущается легкость и пушистость в руке. Если есть негатив, ощущается тяжесть. Ну, то есть, как бы тяжелая рука становится, это значит, что где-то из руки или из сердечной чакры начал негатив уходить. То есть, это у вас элемент той же самой диагностики, когда вы можете сами почувствовать, что, ну, все, энергия свободно идет или есть какой-то дискомфорт. Покалывание – это нарушение кровообращения. Вот, то есть это за счет того, что вы намерением туда направили, у вас улучшилось кровообращение, и ощущение, как будто вы руку залежали, а потом вот встали с нее и пошли вот эти вот покалывания. Нарушение кровообращения – это обычно психосоматика. То есть, когда у человека есть какой-то психологический зажим, он у них выражается в мышечный зажим, а мышечный зажим нарушает кровообращение. То есть, поэтому у кого пошло покалывание, я вас поздравляю, у вас восстановилось кровообращение, обращайтесь. Да, значит... А вибрация что? Вибрация когда вот... Ну, вибрация, ощущение колебаний. Да. Ну, не знаю, надо точнее объяснить. Волоски на магнитике. Ну, может, перестройка какая-то идет, если колебания идут. Обычно колебания у людей не идут от такой штуки. Хорошо, значит, вам понравилось, да? Понравилось. Да. Ну, а то так, ну, типа, я пытаюсь проверить, скучаете вы, не скучаете, насколько вас нужно развлекать, не развлекать. Хорошо. Предлагаю дальше сделать энергетическую разминочку. Попробуйте сейчас, перед тем, как...